Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Царь с царицей простился, в путь дорогу снарядился, а царица у окна села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи, смотрит в поле, инда очи разболелись глядячи, с белой зори до ночи не видать милого друга, только видит. Вьется вьюга, снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот сочельник в самую ночь Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный. Издалече, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелехонько вздохнула, восхищение не снесла и к обедне умерла. Долго царь был неутешен, но как быть? И он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Правду, мол, ведь молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей приданное дано было зеркальце одно. Свойство зеркальце имело, говорить оно умело. С ним одним она была, добродушна, весела. С ним приветливо шутила и, красуясь, говорила. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» А ей зеркальце в ответ: «Ты прекрасна, спору нет, ты царевна всех милей, всех румяней и белей». А царица хохотать и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться подбочась, гордо в зеркальце глядясь. Но царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого, и жених сыскался ей, королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово, а приданное готово: 7 торговых городов, до 140 теремов.